Варенье. Варенье. Недовольство, свойство рядового клиента. Дать барыге пизды, не упустим момента. И нарасов погубит жажда наживы. Сыпал пять колпаков, нынче три от силы. Три от силы, барыга. Вечером случилось так, что нечем заняться. Приходи ко мне за драпом, тут нехуй стесняться. Похуже, дешевле, подороже. Хороший товар есть, что надо. Были бы гроши, но только не гроши, за них не купишь, а наши. Давай поспеши, какие вопросы? Плати по тарифу, забирай папиросы. Давай поспеши, но помни, нелепо явиться ко мне с купюрой ниже мазепы. Недовольство, как свойство рядового клиента. Дать барыге ТСД, не упустим момента. Пидорасов погубит жажда наживы. Сыпал пять колпаков, нынче три от силы. Три от силы, барыга. Мой дорогой покупатель, не верь тому, кто втирает, что Днепр наводнен травой дешевой из Китая, которая не прет ее долбить. Хули толку, пиздеж, что мы б давно сложили зубы на полку. Мы с пацанами просто охуеваем, какой в Днепропетровске ненасытный рынок шмали. Здесь спрос есть всегда, и зимою, и летом. Нам ничто не мешает делать бабки на этом. Недовольство, как свойство рядового клиента. Дать барыге пизды, не упустим момента. Пидорасов погубит жажда наживы. Сыпал пять колпаков, нынче три от силы. Три от силы, барыга. А теперь мой любимый куплет. Фантастика сегодня нехуёво подфартила. Попался клёвый лох, и я развёл его красиво. Потом мне позвонил приятель, предложил товар. Супер цена и качество сулят большой навар. Не смог я отказаться, но ни капли не жалею. Я в этом грязном бизнесе свой интерес имею. И смело заявляю, сегодня был хороший день. Я получил сполна всё, даже больше, чем хотел. Так думал я до вечера, да приключилась лажа. И день мой охуевший стал чёрным, словно сажа. Я не спеша домой шагал, собою скоро пшмали. Внезапно трое подошли, технично обшмонали. Естественно, на трапез нашли легавые уроды. Они смотрели на меня, как на врага народа. Да, каюсь, деградирую, траву курю три года. Готов платить свое лапы, я дорожу свободой. Судьба злодейка вставила отменный пропиздон. Безропотно пришлось отдать котлы и телефон. И щедро поделиться всем имеющимся налом. Как дорого отдал бы я, чтобы узнать, кто меня сдал вам. Кто меня сдал вам. А четвертый куплет, в котором... Быть барыгой подстава. Поимели, бросили, в жару, в непогоду, зимою или осенью очередной барыга. Его хочу представить, ничего нельзя исправить. Объявлен официально, пидорас, не посыпает гончубас. И так все покупают, три дорога драть, нихуя не мешает. Пидорас, не досыпает гончубас, и так все покупают. Пидора подстава, нихуя поймали, бросили в жару, в непогоду, зимою или осенью. Недовольство, как свойство рядового клиента. Дать барыге пизды, не упустим момент. Пидорасов погубит жажда наживы. Сыпал пидора подков, нихуя не мешало. Пидорас не досыпает гончубас. И так все покупают, тридорога драть, нихуя не мешает. Барыга.